Физкульт, привет, друзья и ученики, просто случайный зритель. Вы уже все знаете прекрасно, что у меня грыжи, протрузии. Кто не знает, сейчас узнает, что лечили меня врачи, неплохие врачи. Я слушался, делал все, что только возможно из современной медицины, кроме операции, потому что мне хватает мозгов понять, что операция не поможет, и в 95% случаев все симптомы возвращаются после операции. Но тем не менее, я занялся сам своим здоровьем, восстановился с помощью гимнастики из йоги, экстензии, гиперэкстензии, что самое главное. И снова приседаю, за 200, тяну за 200, но за 25 лет, даже больше моего стажа, я ни разу не пробовал приседать в штангетках. Сейчас по-разному называют эту обувь, но правильно они называются — штангетки. Это специальная обувь для тяжелой атлетики. Почему я никогда не пробовал приседать в штангетках? Ну, во-первых, вы знаете, я против того, чтобы пятка была приподнята в приседе. Особенно это глупо делать, если что-то подкладывать под пятку. Если уж и пробовать, то именно в штангетках. Но вы постоянно мне присылаете вопросы по этому поводу. И что делать? Я решил попробовать тоже. Порылись мы с женой в Амазоне. Жена нашла мне прекрасную обувку, штангетки современные от Adidas, чуть ли не с 70% скидкой, и мне за 90 баксов их в течение 3 дней прислали. Сегодня я еду, у меня по плану грудные, бицепс, но я специально для вас поприседаю сегодня и дам оценку, нужны ли штангетки или нет. Почему я раньше никогда не пользовался штангетками? Все очень просто, потому что они, на мой взгляд, нужны именно для штангистов, именно для тяжелоатлетических упражнений, таких как толчок, рывок, взятие на грудь, швунг, различные движения специфические, где необходима постановка ног такая, чтобы вас не опрокинуло назад. У меня прекрасно все получается приседать и без штангеток, без того, чтобы под пятки что-то подкладывать. И поэтому я все это время никогда не пробовал. Ну, сейчас вот попробую. Что из этого получится, вы увидите чуть позже. Если у вас есть какие-то соображения по этому поводу, мне и другим людям, тренирующимся, думаю, тоже будет интересно. Есть ли у вас опыт применения штангеток или нет? И самое главное, хочу сказать вам, друзья, никогда не тренируйтесь в штангетках, если вы делаете тяги, другие какие-то различные упражнения, не связанные с приседом, не связанные именно с каким-либо тяжелоатлетическим движением. Что я знаю по опыту своих друзей, знакомых, кто работал в штангетках, удобно в основном делать в них людям фронтальные приседания. Я еще не пробовал. В этом видео мы поприседаем классически со штангой на плечах, на спине. А возможно, в скором будущем я сделаю ролик и о фронтальных приседах. Так что посмотрим. Время покажет.
принципе, как я и думал. Сейчас я поделюсь с вами своими мыслями по поводу того, нужны ли вам штангетки, если вы занимаетесь пауэрлифтингом, бодибилдингом, не кроссфитом и не тяжелой атлетикой. Я поприседал сегодня, также у меня была еще сегодня тренировка грудных и бицепсов. Обязательно нужно пить гейнер, какой-то очень быстрый углевод после вашей тренировки. Поэтому перед даже заминкой нужно выпить гейнер. Для чего? Для того, чтобы был мощнейший, быстрый выброс инсулина и все питательные вещества организм направлял именно в мышечные клетки. Тем самым мы вырабатываем хорошую чувствительность к инсулину в мышечных клетках и вырабатываем, чтобы инсулин не посылал питательные вещества в жировые клетки. Все правильно. Только благодаря специальному питанию можно это делать. А как это делать, вы знаете, уже есть мои статьи и видеоролики. Итак, друзья, что я скажу по штангеткам? Я не скажу, что мне не понравилось или понравилось. Скажу одно, я не почувствовал никаких улучшений, не почувствовал, что мне стало легче приседать. Большинству из вас, наоборот, будет приседать сложнее, потому что пятка приподнимается. Автоматически, кто еще не очень хорошо освоил технику приседов, у него начнется движение с увода коленок вперед. А нам нужно, особенно, девчонки, у вас эта проблема, уводить таз назад в момент начала приседа. Это очень важная информация. Не забывайте, что штангетки, хотя их сейчас там называют кросс-обувь, там кросс-шузы, придуманы специально для штангистов, для специальных, специфических тяжелоатлетических упражнений. Таких как толчок и рывок. Для чего? Все правильно, для того, чтобы было легче держать равновесие, не падать назад. Если резюмировать коротко, то мне гораздо приседать удобней в плоской подошве. В штангетках тоже подошва плоская, но пяточка слегка приподнята. Если у вас нет финансовых затруднений, можете приобрести себе штангетки и попробовать. Возможно, вам это понравится. Лично мне это, в принципе, не дало ничего. Мне гораздо комфортней, гораздо проще технически приседать в плоской подошве, когда пятка не приподнята. И ни в коем случае никогда не приседайте, подставляя под пятки блины или еще что-то. Никогда, друзья. Уж лучше купить, приобрести действительно штангетки. Почему? Потому что будет крайне опасно для вашего коленного сустава приседать, подкладывая что-то под пятки. Купите профессиональную обувь. Еще один важный совет. Несмотря на то, что они называются CrossFit shoes, да, CrossFit обувь тоже, они нужны в кроссфите только, друзья, для тяжелоатлетических движений, которые вы используете в кроссфите. Да, если кто-то не знал, кроссфит это не что-то новое. Кроссфит взял все упражнения, все движения из других видов спорта. Так вот, в этих кроссовках, в этих штангетках нельзя делать никакие другие упражнения. Лично я вам это не советую. Особенно тяги, становые, в наклоне, неважно. Другие упражнения. Только носите их с собой и обувайте на момент приседов. Они будут хороши для фронтальных приседов. Они будут хороши для толчковых швунгов, для рывков. Повторяюсь, только для упражнений из тяжелой атлетики. Берегите свое здоровье, друзья. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Все ваши вопросы и комментарии оставляйте здесь, под видео. Но будьте добры не повторяться. И перед тем, как задать какой-либо вопрос, найдите на него ответ на моем сайте hmgym.ru, где, в принципе, 99% ваших вопросов уже давно озвучены.
Всем пока, увидимся в тренажерном зале.